Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Сейчас будет исполнен угловой удар. Я не буду рассказывать о тех законах, которых должны придерживаться футболисты при розыгрыше углового удара. Я об этом расскажу потом, в другом эпизоде. Здесь я хочу обратить ваше внимание только на один момент. Это на то, что вот эта вот вся зона, зона контроля за вынесенным штрафной мячом, она пуста. Здесь должен быть один игрок, здесь должен быть один игрок, и здесь должен быть один игрок. Здесь, правда, стоит 10-й номер, но он не собирается здесь оставаться. Вот по его движению видно, что он собирается идти в штрафную площадь. Давайте посмотрим, что будет дальше. Стоп. Вот сейчас вы увидели, что мяч вынесен. И что вот этот игрок, которого я подчеркиваю, сейчас примет мяч. Казалось бы, он примет мяч и может совершенно спокойно ударить по воротам. А что будет, а что получилось в реальной игре? Давайте посмотрим. Стоп. Вы все увидели. Вот так вот, ребята, мы и играем. Мы не обращаем внимания на проблемы с приемом мяча, на точность диагоналей и на прочее, прочее, прочее. А из этих, как я уже говорил, из этих нитей ткется ткань игры. Тут неправильно принял мяч, там не точно ударил, а потом мы удивляемся, почему у нас такая игра. У меня все. Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Вот сейчас вы видите, что вот этот игрок принял мяч и собирается отдать мяч вот этому партнеру. Я его тоже подчеркну. Обратите внимание на вот эту зону. Говорил, говорю и буду. Тысячу, миллион, миллиард раз буду говорить об одном и том же. Посмотрите, сколько игроков. Раз, два, три, четыре. Четыре красных игрока. Тут пятый. Сколько сконцентрировано на вот этой полоске, сколько сконцентрировано игроков красной команды. Но почему вот эта зона пуста? Почему? Почему этот игрок не может подскочить сюда? Почему этот игрок не может выйти сюда, в эту точку, чтобы принять мяч отсюда или расстрелять, пройти несколько метров, расстрелять ворота или сделать какую-то передачу там налево-направо. Ну вот это же выгоднейшая точка для продолжения атаки. Почему здесь никого нет? Почему игрок, который сейчас с мячом и собирается делать короткую передачу, почему он этому игроку не сделает сюда передачу? Здесь же абсолютно свободная зона, здесь вообще никого нет. Ну как же можно так играть? Посмотрим, что будет дальше. Это еще не все. Стоп. Вот сейчас игрок, которого я подчеркиваю, сейчас примет мяч. У него есть два варианта. Отдать мяч соседу или отдать мяч вот этому игроку. Давайте посмотрим, что он будет делать. Стоп. Вы все увидели. Как говорится, без комментариев. Ребята, это в очередной раз подтверждает, что нужно работать индивидуально. Ну чего же он сопли-то жевал, вот этот игрок, который сейчас потерял мяч, игрок красной команды. Если ты так не уверен в себе, ну развивай ты быстроту мышления, будь ты сосредоточенным. Перед приемом мяча посмотри, кому можно передать мяч. Ведь этот мяч можно было совершенно спокойно передать в одно касание. Все, я тут больше ничего не могу сказать. Смотрим фрагмент.
А теперь в замедленном темпе. Стоп. Как вы видите, вот этот игрок, которого я подчеркиваю, только что принял мяч. Он сейчас ищет решение. И снова так называемый гидропринцип. Почему вообще гидропринцип? Потому что это принцип, подобный тому, как вода заполняет все пространство. Вода всегда равномерно заполняет все пространство. Не может быть такого, что если ты вылил ведро воды на поверхность, то в каком-то месте большая глубина, а какое-то пятно остается сухим. Такого не бывает. Ровная поверхность заполняется равномерно. Точно так же и игроки должны равномерно заполнять все пространство футбольного поля. О чем я вам говорил, вспоминая игру Хави, Иньесты, Месси и так далее. Вот посмотрите, сейчас принял мяч игрок. Вот пространство я вам показываю. Абсолютно пустое. Скажите, с какой точки удобнее развивать атаку? С бровки или из центральной зоны, где можно, где вариантов продолжения? Ведь у него здесь, смотрите, один вариант продолжения, там второй, третий, четвертый, пятый, да? А из этой точки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Короче, в два раза больше, сами понимаете, да? Наверное, из этой точки удобнее играть. Почему игроки с таким диким совершенно упрямством игнорируют центральную часть футбольного поля? Почему здесь, опять-таки, я спрашиваю синюю команду, почему здесь никого нет? Почему? Почему этот игрок смотрит куда-то туда, и видно по его движению, что он собирается идти в этом направлении? Почему он не выдвигается сюда? Почему он не получает этот мяч? Я этого не знаю. Давайте посмотрим, что будет дальше. И сейчас снова игрок, который получил мяч, опять-таки имеет возможность сыграть в эту зону. Почему здесь никого нет? Синяя команда, почему здесь никого нет? Поехали дальше. Стоп. Ну, дальше это уже не имеет значения, как там развивается атака. Факт тот, что оптимальное развитие атаки упущено. Вот о чем я вам хотел сказать. У меня все. Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Вот сейчас игрок с мячом, которого я подчеркиваю, собирается делать абсолютно бессмысленную передачу где-то в эту точку. Сейчас вы это все увидите. А теперь давайте посчитаем количество игроков синей команды, которых вы видите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Где-то пропал один десятый полевой игрок. Так вот я вам скажу, где он. Потому что прокручивая дальше, я увидел, что он находится вот здесь. Я стрелочкой показываю. Он находится чуть дальше, на этом же фланге. К чему я все веду? Вот это все пространство, это пространство красной команды. Ну зачем, спрашивается, отдавать мяч в борьбу? Зачем делать этот банальный, бессмысленный навес к линии штрафной площадки, если можно отдать мяч сюда, вот этому игроку, который может сюда подойти и так далее? Почему не используется свободное пространство? Снова говорю об одном и том же. Давайте посмотрим, насколько эффективный будет пас. Ну, вы увидели все, да? Говорить мне здесь больше не о чем. Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Игрок с мячом, которого я подчеркиваю, да, он находится где? Отвечаю, на последней линии обороны. То есть, когда игрок находится с мячом на последней линии обороны, никакие выпендривания недопустимы в принципе.
Потому что 5, 6, 7 их пройдет, на 8, на 9 будет обязательно осечка. И вот игрок с мячом, который сейчас с мячом, он может отдать мяч вперед куда-то, неважно куда, он может отдать вот этому партнеру мяч, но не играть так, как он сыграл. Посмотрите, как он сыграл. Вы увидели, как он сыграл? Вот это называется выпендреж. Я понимаю, что он уверен в себе на 200%. Да я, может, в такой ситуации на 500% был бы уверен. Но все равно, зная законы игры на последней линии обороны, такие вещи делать недопустимо. Потому что хорошо, что ему попался такой игрок. А если бы попался игрок поопытнее, который бы дурачка из себя скорчил и как бы показал, что он не в курсе дела, что он будет брать мяч под себя. А потом сделает выпад и до свидания, перехватит мяч и выход один на один. У меня все. Если ролик вам понравился, ставьте лайки. Буду признателен, если поддержите канал финансово. Номер карточки есть под каждым видео. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, неожиданного и эксклюзивного.